Теперь она точно! Приготовься! Освободили меня от моей скверненной оболочки. За это я буду вечно благодарна вам. Но мои сестры по-прежнему в плену. Возьмите мой шлем. Найдите их. Освободите их. Судьба Валькирии в ваших руках. Судьба Валькирий. Кажется, это важно. Это еще мягко сказано. Что ты знаешь? Дельный вопрос, но ответить непросто. Я знаю больше прочих, но почти все, что касается Валькирий, окутано тайной. Меня же встреча с Валькириями привела в заточение. Не уходи от ответа, голова.
Говорю же, брат, ответить нелегко. Я не знаю, как и почему они стали такими злыми. Но, может быть, если освободить и других... Предлагаешь сражаться с ними? Судьба валькирий, парень. Есть ли подвиг достойнее этого? Это опасно. А с каких пор тебя это смущает? Вот и правильно.